8 районов области приняли участие в еженедельной сельскохозяйственной ярмарке в Петропавловске. Она состоялась в минувшую субботу на 4 рынках областного центра. Фермеры региона реализовали продукции почти на 6 миллионов тенге. Какие товары пользуются спросом у горожан, расскажет Ксения Куценко. Субботнее утро – коммунальный рынок «Кызылжар». На прилавках свежая сельскохозяйственная продукция. Реализуется она по доступным ценам. На коммунальном рынке сегодня принимают участие это у нас Акаинские и Жамбылские районы. Сегодня у нас поступило 2 туши говядины, поступило 4 туши свинина и 6 туш баранины и 1 туша конины. Так что и кроме того мясо птицы, яйцо и другая продукция. Цены порядка на 15% в среднем дешевле, чем на других рынках. Основной поток покупателей пришелся на 8 утра, говорят продавцы. Особенно пользуется спросом молочная продукция. К примеру, акаинцы реализовали все, что привезли, всего за 1,5 часа. Мы каждую субботу ездим на ярмарку. Это у нас сельская ярмарка. Мы ездим, нам цены устраивают 680, сметана, творог 430, а молоко 110. Ну все, покупатели охотно берут. Кайрболат Шияпов старается не пропускать сельскохозяйственные ярмарки, ведь здесь всегда свежая продукция. Здесь он намного дешевле, чем в этом рынке. Поэтому мы всегда стараемся покупать в этом, вот, который перевезли из деревни. Обычно покупаю сметану, молоко, творог. Всего в минувшую субботу на 4 рынках областного центра продукцию представили 8 районов области. Такие ярмарки – хорошая возможность для сельчан реализовать свой товар и получить прибыль. Это все товары лично подсобного хозяйства, которые продают некоторые предприниматели и также сами хозяева этих продуктов. Ну, в данное время вы видите довольны, они все продукцию продали, где-то в пределах 700 тысяч получили прибыль. 2 июля сельчане на ярмарке реализовали продукцию почти на 6 миллионов тенге, а с начала года на 159,5 миллионов. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.